Так, всем привет. Сегодня я... Сегодня я покажу вам разнообразные узоры. Из кубика в кубика. Так, начнем. Первый узор – это куб в кубе. Вот он, куб в кубе. Вот как он выглядит. Можно посмотреть. Так. Следующий – это куб в кубе и еще в кубе. Вот он как выглядит, куб в куб. Получается то, что это тройной куб. Вот он. Так. Это у нас получается шахматы. Вот такие вот. Такой вот легкий узор. Ничего сложного не будет. Так, следующий цветочек. Вот у нас цветочек. Такой вот. Интересный узор. Следующий это у нас будет крест. Вот такой замечательный узор под названием крест. Можете здесь увидеть. А и последнее это будет у нас глобус. Вот он как выглядит глобус. Такой вот. Хочу сказать, что здесь, например, вот зеленый, и возле него не стоит такой же одинаковый цвет. Получается то, что здесь все цвета, они не стоят рядом друг с другом, со своим цветом, так сказать. Получается вот, все разнообразные. Такой вот глобус.